Приветствую подписчиков канала Катрангана. В нашем видеообзоре очередная модель трекинговых ботинок от известнейшего бренда Assolo. Модель называется FSN95GTX. Приставка GTX говорит о том, что данная модель снабжена мембраной Gore-Tex, которая не дает, соответственно, этой обуви промокать при плохих погодных условиях, а также сохраняет дышимость вашей ноги. Эта модель является ботинком для легкого трекинга, также подойдет для повседневной носки по городу. Подошва, как мы видим, фирмы Assolo, довольно глубокий протектор, и подошва толстая, с хорошей амортизацией. То есть ходить в этой обуви довольно приятно, она хорошо амортизирует, хорошо гасит удары, но помните то, что она не рассчитана на сильные нагрузки, сугубо легкий трекинг, либо повседневная носка по городу. Вверх мы видим, что выполнены ботинки из ноутбука, приятный на ощупь ноутбук, а нижняя часть, как мы видим, из кордюры выполнена. Плотная синтетическая ткань. Носок обрезинен, дабы не сбивался о какие-то уступы, камни, ветки и тому подобное. И не портилась, соответственно, кожа. Длинная шнуровка, которая позволит хорошо подогнать ботинок по объему стопы. Шнуровка крепится так комбинированно с помощью металлических таких вот ушек, а также текстильных петель. Модель является демисезонной, она подойдет в межсезонье, весна-осень для легкого трекинга, а также на теплые носки зимой носить по городу вполне. Какого-то дополнительного утеплителя в данной модели нет. Продается данная модель в нашем магазине, приобрести ее можно всегда, есть наличие. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ну и конечно же приобретайте ее в нашем магазине. Для постоянных клиентов всегда хорошие скидки. Счастливо!